Меня зовут Перштейн Татьяна, я из Одесс. Мы приехали сюда 24 числа в Молдавию, как только началась война. И прошло несколько дней, и сердце останавливается от всего того, что происходит здесь. И мы обратились в Одессе, в нашу еврейскую организацию, что готовы помогать людям, чем можем. Сейчас я нахожусь в КП «Палатка» в Молдавии. И мы помогаем беженцам из Одессы добраться в Румынию, в румынский аэропорт, в аэропорт Румынии через Молдавию. Собственно, все, что происходит, это ужасно. Молдавская сторона принимает посильное участие, все, чем могут помогать.